Любеж находится в 25 километрах от центра Златибора и считается одним из самых красивых мест Златиборского региона. Высота над уровнем моря 840 метров. Жители Любеша гордятся своим земляком, академиком Меладином Печенером, инженером гидротехники, который спроектировал многие важные энергетические объекты и объекты водоснабжения в стране. В селе находится храм, посвященный святым Константину и Елене, построенный в 1924 году по проекту Меладина Печенера. В селе Любеж находится и знаменитая Аршумская пещера, которую наш известный поэт, родом из Любеша, Любивой Аршумович, воспел в своей песне «Бабарога». Это выдающийся детский писатель и поэт, а также автор культовых детских передач. Многие стихи он посвятил неисчерпаемому источнику вдохновения Златибору. Через Любеж протекает река Любешница, где находятся пруды для разведения калифорнийской форели. И, конечно же, в этом селе уже традиционно каждый год в августе проходит мероприятие под названием «Дни форели», что является частью богатой программы культурного лета на Златиборе. По этому поводу в Любеше организовывается разнообразная культурно-художественная и спортивная программа, в которой присутствует большое число экспонентов, представляющих кроме фирменных блюд из форели, фруктовую продукцию, ручные работы златиборских мастеров и различные сорта меда. Благодаря уникальной природе и чистому воздуху Любеж становится все более привлекательным для туристов. Обширные леса и разноцветные луга, радушие местных жителей – все это и намного больше предлагает Любеж. Село Любеж также может похвастаться и туристическими мероприятиями, которые привлекают многих посетителей. Здесь находится самый длинный зиплайн в Сербии. Длина трассы 550 метров, высота 130 метров, а поездка длится около 1 минуты, во время которой открывается невероятный вид на живописные окрестности Любеша. Достопримечательностью Златибора и Любеша, конечно же, является и ресторан «Печенар» – семейный ресторан уже 6 поколений Печенара. В уютном окружении каждая фотография на стене и каждый предмет мебели хранят воспоминания о традициях и предках, которые десятилетиями создавали репутацию семейного имени. Посетители могут расположиться не только в сельских усадьбах, но и в пансионатах, где имеется ресторан национальной кухни «Логос» с красивым летним садом. Помимо национальных блюд, можно попробовать и фирменные блюда из форели из пруда, находящегося на территории комплекса. Пансионат располагает открытым бассейном, фитнес- и велнес-центром, салоном для гостей и детским клубом. Объект имеет 12 жилищных единиц и 40 койко-мест. На территории села находится этнодеревня Бошкова Вода, в составе которой имеются бунгало, открытый бассейн и ресторан. Гости очарованы сельскими усадьбами и домашними блюдами, а также возможностью организации пикника. Пища приготовлена в домашних условиях из продуктов хозяина фермы, таких как сыр, каймак, проя, качамак и лесные плоды. Это только часть того, что гостю могут предложить. А к услугам посетителей Дацевичи Конацы представляются благоустроенные апартаменты.
Всего в Любеше, включая сельские усадьбы, апартаменты и комнаты, 73 койко-мест.